Хей, hey, okay, с вами Шмики, и сегодня мы поиграем в игру под названием Forsaken Castle. Это у нас пре-альфа. Как вы помните, предыдущая игра, наверное, в таком же жанре. Прошли за одну серию, потому что то оказалось альфа, или то бета, не знаю, либо просто не full версия. Это же сразу видно, что это у нас пре-альфа демо. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Тоже на английском, но это понятное дело, да. Так. Хорошо. Можно на другие кнопки драться, пожалуйста. Да. Атака это G. G, K, L. Ну это не дэш, а знаете, это быстрее бег. Просто. Ага, это у нас типа карта. Хорошо. Это, знаете, местное костыльвание. Да, это типа местное костыльвание. Ну попробуем, что оно из себя представляет. Ага, хорошо. Ну, пока что неплохо, типа, знаете, элементы есть немного паркура. Так, закрытая зона, но это, скорее всего, зона с боссом у нас. Угу. Так. Ну, по идее, да, ребят, это типа аниме Кастельвания. А почему именно я так решил? Во-первых, стилистика. А, мы в каком-то замке, бла-бла-бла. Как мне отсюда вернуться? А, не. А, не, все-таки есть враги. Все-таки есть враги, но... какие-то заторможенные, что ли. Ладно, допустим. Три удара надо. Двойного прыжка у меня нету. Цепляться я не могу за эти. Но слизни двигаются, но довольно медленно. Да, типа поджигает, как их в Кастельвании, эти банки. Но только там они, так сказать... не восстанавливается энергия сама. Ага, и это у нас переключаться между способностями. Хорошо. Враги все восстанавливаются. О, тихо, энергия. Она восстанавливает полностью нам всю стамину. Так, хпшки. Добро. О, музыка есть.
А я думал, тут без музыки. Ну, с врагов, смотрите, камни падают. Но мне интересно, это типа местная валюта или что-то типа того, наверное. И насколько она вообще вот большая, это при альфа, потому что при альфа они довольно маленькие всегда. Ладно, пойдем, допустим, вниз. Ага. Ну, смотри, нам еще, в принципе, это, походу, карта, но она, видите, как еще немного не доделана. А также, ну, как она не доделана? Типа, она показывает, где мы, скорее всего, были, но не полноценно. Ну, в принципе, чему я удивляюсь. Так, хорошо. А здесь, походу, мне нужен метательный кинжал. Если брать с оригинальной игры. Но видите, здесь, допустим, сделана такая механика, что, походу, с помощью наших способностей, да, ну, этих метательных всякой такой хрени, мы можем взаимодействовать с миром. Ну, то есть с нашей, так сказать, обстановочкой, что нас окружает. Ух ты, ё-моё. Большие кристаллы. Посмотрим. Интересно, сделали хотя бы одного босса? Враги видно, что разнообразные. О! Ай-яй. Да ёлки-палки. Ну, если это был босс, то он довольно хилый. Бам. И это если не брать еще в расчет то, что я не использовал свои способности. А давайте, в принципе, испробуем. Не, слизни какие-то очень медленные, но они даже не атакуют, и не видно в них агрессии. Ну, это, считайте, типа вместо одного удара был. Перк. Так. Вот эти головы, я не помню, они пролетали в оригинале в игре? Или нет? Мне нравятся игры-платформеры, поэтому... Ой-ой-ой. Ну, в принципе, не очень значительный урон, как можно было увидеть. Блин, нужно было, наверное, оценить предыдущую игру, пиксельную. Что там было довольно много, ну, два босса, да, нам дали. С разными фазами. При этом много разновидностей врагов, оружия. Ну, оружия там, кажется, не было. А если, допустим, я хочу вернуться обратно? А, то есть это у нас... Даже не босс. Ну, тогда ладно.
Так, вот это идет немного сложновато уже. Ну, именно головы. Если они, конечно, будут такой кучкой нападать, тогда да, это сложновато. Ага, это полностью... Ну, это, походу, босс будет. Ну, в оригинале там тоже был этот скелет. Это, знаете, типа... А, все? Ну, типа, видите, мы под аниме сделали Кастельванию, да и все. А, все? Я прошел, ребят. Ну, в принципе, смотрите, да, это чисто у нас то же самое, что и Кастельвания, просто немного поменявшиеся модели. Из обычных моделей, именно при диалоге, нам добавили анимешных тяночек. При этом мы можем взаимодействовать с миром, да, окружающим нас, так сказать, местностью. Дальше, что еще? Если брать из оригинальной игры, там тоже был скелет этот, кидающий свои вот эти черепа. Сложность. Если брать по сложности, то довольно очень легко, потому что за одну тычку врага нам выносят довольно мало хп. А дальше. А можно взять еще... Ну, музыка, не знаю, да... Кажется, измененная немного. Кажется, измененная немного от оригинала. Есть разные разновидности у нас врагов. Слизни вообще у нас какие-то медленные, лучше бы их немного апгрейднули, там, увеличили им. Ну, хорошо, если даже вот не брать то, что они могут прыгать, да, будут потом другие разновидности слизней, которые смогут прыгать. А просто сделайте немного побольше именно урона данным слизням, потому что они медленные и они наносят урон мало. Тогда если они медленные, пускай они тогда наносят немного такой значительный урон по врагу, ну, по нам, то есть. А дальше что еще можно отметить? Да, в принципе, ничего. Немного, конечно, в начале, когда мы спускались, да, все такое было пустовато. Я вообще подумал изначально, что врагов вообще нету. Ну, не знаю. Даже если сейчас вот посмотреть на данную вот картинку, да, менюшку главную, то можно, если мышка показывает, интересно. А здесь у нас вот дерево, да. И просто видно, что наложено спринт друг на друга, вот дерево. То есть цветовая система, да, вот можно сказать, да, здесь у нас все идет хорошо. Все одинаково. Ну а дальше оно немного, как вы видите, вот здесь подкачало. Поэтому всем спасибо за просмотр. Думаю, мы пройдем данную игру, когда она будет уже не альфа, но хотя бы когда будет бета, мы тоже ее протестируем. И либо когда она уже выйдет фул. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.